В регионе с начала года в сети выявлено 6358 ссылок для перехода на сайты, пропагандирующие ложные ценности. Из них на данный момент заблокированы 2891. С целью повышения уровня религиозной просвещенности директор Центра религиоведения Института философии, политологии и религиоведения встретился с рядом специалистов, трудящихся в различных сферах деятельности. Сейчас в стране ведется системная работа по борьбе с нетрадиционными религиозными течениями. Учитывая это, в регион прибыла республиканская информационно-разъяснительная группа в сфере религии. Так, в спорткомплексе «Тарас-Арена» состоялась встреча со спортсменами, тренерами, психологами, религиоведами и теологами. На ней говорилось о повышении религиозной грамотности населения, что позволит дать отпор деструктивным течениям. Цель встречи – разъяснение политики государства в сфере религии, поднятие иммунитета у населения к нетрадиционным течениям, повышение религиозной грамотности. Важно не забывать традиции и обычаи предков. Если мы будем следовать этим путем, то сможем отличить истину от заблуждения. Сегодня в Жамбылской области насчитывается 332 мечети. Проповедуют в них подготовленные имамы, имеющие на то разрешение. За основу взят закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Он разрешает деятельность только официально зарегистрированным объединениям, а проповеди только в религиозных учреждениях, специально отведенных для этого местах. Это означает, что другие виды проповедей, которые проводят в первую очередь деструктивные религиозные течения в некультовых учреждениях, признаются незаконными. Ринар Рахматуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.